Вот такой вот на объектик. Объектик у нас появился. Желание заказчика, чтобы натяжной потолок переходил в откос. Делаем такой подобный объект первый раз. Посмотрим, что получится. Вот так вот начали выставлять каркас. Натянули шнурочки для снятия замеров, чтобы по следующему приезду уже сразу установить и потолок. Полдня, в принципе, потратили на разработку конструктива. Будем смотреть. Здесь плиточка чуть не доложена, поэтому смысл спешить, что тут доделывать нету. Так, заряд на батарейке подходит к концу. Вот такую конструкцию мы собрали. В роли отбойника использовали алюминиевый профиль. Вот так вот выглядит место стыковки двух профилей. Сняли, расчехлили откос. Не утеплили, что-то не подумали. И вот когда начали зачехлять, поняли, что должно быть утепление откоса. То есть установщики окна не продумали систему. Сейчас утеплим, проложим пленочки пароизоляционные, и все будет хорошо. Эти моменты, конечно, примыкания к откосу не очень мне нравятся. Вот он результат, который был получен. Я не скажу, что прям идеально он мне все нравится. Вот эта вот часть уплотнительной резинки скользит по откосу. Кто будет делать, тот поймет, почему так получается. Вот такие вот примыкания мы получили. Вот такие вот углы. Наверное, это лучше, чем вот такой момент. Либо вот такое примыкание.